травили охотничьи байки, готовили обед в полевых условиях и старались не утонуть в болоте. В поселке Сосновка прошел первый республиканский фестиваль «Охотники Чувашии 2019. На первый республиканский фестиваль «Охотники Чувашии 2019 приезжали с семьями. Однако до самих соревнований допускали только участников с действующим охотничьим билетом. Конкурсанты должны были перейти условное болото, продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи, на скорость разжечь костер. Задача считается выполненной, когда пламя пережигает нить. Как признается участница из Мариэл, самым сложным испытанием оказалась канатная переправа. Наверное, костер и стрельба больше всех мне нравится. Кушать, варить я не люблю на охоте. У меня ребята повара. Самые хорошие повара на охоте – это мужчины. И вообще в жизни. Организаторы планируют сделать соревнования охотников в Чувашии традиционными. Мы считаем его праздником событийного туризма и надеемся, что он первый, но не последний. Во время фестиваля ни одно животное не пострадало. Меткость участники демонстрировали исключительно на мишенях.